С вами Мистика. Сегодня я вам расскажу о функции «Вика и бедствия». Эту функцию у себя вы можете найти, пройдя во вкладочку «Демонизация». «Великое бедствие» изначально у вас закрыто. Для того, чтобы начать пользоваться этими мечиками, вам нужно их активировать. Для того, чтобы их активировать, вам понадобится ресурс «Дух сферы меча». После того, как вы их активируете, у вас на панели навыков появится два новых навыка. Вот такие вот навыки, которые вы сможете использовать самостоятельно, то есть автобот их не использует, они используют только вручную. Прокачиваются эти мечики независимо друг от друга, и у каждого свой ресурс прокачки. То есть если здесь дух меч тысячелетия, то для этого мечика нам нужен другой ресурс, дух великого клинка бедствия. Прокачиваются они по ярусам, после эволюции переходят на новый ранг. Вот как бы, в принципе, все, что я вам хотела об этом рассказать. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал YouTube RPG Games. Пока-пока.